Ну что, открываем вторую коробку. Как я и говорила, первую посылку вы, я надеюсь, уже видели. Итак, го дальше. Берем в руки резак, режем по бокам и в середине. Причем в середине режем аккуратненько, чтобы не испортить коробки у кукол. Вот так вот. И теперь бок режем. И здесь опять-таки же очень много кукол. Как круто! Так, берем лишнее. И смотрим. Вау! Ну, кто ж тут у нас первый? Ух ты! Это куколки из серии Буйорк. Это бюджетные куклы. Клодин, Дракулаура и сейчас найду оперетту. Вот она. Это серия Буйорк. Тут у нас бюджетки. Клодин, Дракулаура и оперетта. Это серия Frontiers, то есть монстротуристы. Смотрим, кто у нас дальше. Так, а тут у нас новый персонаж Дарлинг Чарминг из Eva of the Hike. Она выпустилась в базовой серии. Ее родители — это прекрасный принц, а соседка по комнате — Розабелла Бьюти. Но Розабеллу я покажу попозже отдельно. Смотрим дальше. И тут у нас дочь злой феи из сказки «Спящая красавица». Это Фейбель Торн. Ну, я ее называю Нифера Number Two. О ней побольше я расскажу в моем обзоре на Фейбель Торн. Так, дальше смотрим. И тут у нас лежат две куколки из серии Way to Wonderland. Это «Путь в страну чудес», что в переводе на русский. Куколка Китти Чешир, кошечка, и Мэдалин Хаттер. Коробка у них сделана в виде магических часов, и куколки в них парят и летают, как будто их затягивает машину времени. Хотя иногда кажется, что их стирают в стиральной машинке. Далее у нас идет продолжение серии Буйорк, и это у нас уже Нифер и Даниил. Коллекция называется City Shams – городские интриги. Но она тут воинственная. В этой серии она еще более властная. И у нее даже есть доспехи в виде кирасы на груди. Воу, полегче. Наверное, Нифера будет сражаться со всеми монстрами в мюзикле. Ей бы еще меч положили, чтобы дополнить ее рыцарский стиль. Подробнее о кукле Нифере Даниил будет в обзоре на Неферу. Посмотрим. А тут у нас эксклюзивная куколка Китти Чешир. Она такая классная в этой серии Spring and Sprung или Весна Хмельная. Кстати, есть мультфильм Spring and Sprung, который вышел месяца три назад, где-то так. И Китти занимает там довольно почетное место. Смотрим, кто же дальше. И тут у нас двойной сет Гил и Лагуна на роликах. Серия называется Wheel Love – крутящая любовь или любовь на колесах. Это запоздалое продолжение серии Roller Maze о роликовом лабиринте. В этой коробке они такие здесь милые. И обратите внимание на маску у Гила, как будто он будет плавать. Или может они будут кататься на воде, и если Гил упадет в воду, то все будет нормально? Ну, я не знаю. Пишите свое мнение. Может, кто-нибудь из вас знает историю, что произошло и вообще, что там было. А тут у нас, вау, это тройной сет из мимимишных персонажей Monster High. Тут королева вампиров Элизабет, поп-певица и красавица Кэти Нуар и лучший и талантливый мейкапер, да и просто чудесная вейперин. Эта серия называется «Gulebrities in Landum». В этой серии они отправились на рандеву в Ландум. Итак, посылка закончилась, и я надеюсь, вам понравилось мое видео. Следующие обзоры будут посвящены этим или этим куклам, как получится. Ждите их, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Billy Vicks. Ставьте лайки, также следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка будет в описании.
Be Cool and Crazy. Пока-пока!